далековато себя отпустил. Но, на счастье, там партнеры помогли. Шайба остается в зоне авангарда. Передача, бросок. Великолепно играет Кари Рамо. Снова поперечная передача. Она прошла на Артура Амирова. Защитник, который в континентальной хоккейной лиге еще не отличался. Сейчас его передача нашел Алексей Калюжный на дальней штанге. Но и здесь отличиться молодому защитнику Локомотива не получилось. Кари Рамо здорово среагировал на этот бросок. 92-го года. 97-й номер Локомотива.